Ему нужно было спокойствие и уют. А я...
другого. То спектакли, то премьеры, то гастроли. Какая же тут жареная картошка с луком. Ну, потом... Потом еще Вадим. Кстати, как он там? Помнит ли обо мне? Что вы слышали? Узнаю итальянскую семейку. Ты совсем не меняешься. Все по-прежнему. Как ты? Откуда? Когда приехал? Зачем приехал? Да вот. Пригласили в родной театр. Будем с тобой петь Сильву. Я надеюсь, ты рада? Ну да, рада, конечно. Как семья? Ну, как с сыном, я как понимаю, ты уже общий язык не находишь. Как муж? Все так же банком заведует. На твои спектакли ходит? Какие спектакли? А, ты не знаешь. Мы расстались. Еще тогда. А вообще все хорошо. Александр в театре поет уже на хорошем счету. На гастроли скоро едем в Париж. Вот. Правда, влюбился. Не знаю, что делать. Девочка совсем не подходит. Да пусть он сам решает, он уже взрослый. Вот ты помнишь, почему мы с тобой расстались? Он с собой сплетен, ловили ножки. Oh.
Меня,
Чем же мне вам помочь? Несколько лет тому назад я любил Евгению. Но мы расстались. Я думаю, что просто она не хочет, чтобы ты разочаровывался. Но если ты по-настоящему любишь, то нужно обязательно бороться за свою любовь. В этом бороться. Да? А как бороться? С мамой бороться? Нет, 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 нет. С мамой бороться это бесполезно, уж поверь мне, я знаю как никто. Вам надо уехать, да. Вам надо уехать в другой город, прослушаться в другой театр. Вы молоды, вам нечего терять. А как мы так сразу уедем? Мы только сюда поступили. Да и куда? Ну, думайте сами, решайте сами, как говорится. Прощались, только на заре.
Да вовсе нет. Лучше... Лучше выходи за меня замуж. Маме придется принять это. Ничего, пройдет. Ах, мой друг, весь наш брак, это трюк, мне жена, и жена, пусть мила и нежна. И за ней должен я целый день, и за травму бронить во всей. Принимаю в носках радость. Спасибо.
посмотрю. Да, спелись. А что нам делить? Саша? Так он уже вырос. Пусть сам решает, что делать. Жизнь есть жизнь. А жизнь – это театр, как говорил великий Шекспир. Да. Зрители смотрят на актеров и, может быть, узнают себя. А со стороны всегда виднее, кто прав, кто виноват, как при свете софитов. А мы смотрим на зрителей, и, быть может, вон там сидит влюбленная пара. А там недовольная мама. И, может быть, наша история послужит кому-то уроком. Все, 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 пойдем. Спектакль скоро. Ой, очень хорошо. И оперу. Спасибо. Да.